Еду я из города, смотрю, ребятишки тренируются экстремальным видом. Как называется это? Ну, короче, я тоже не знаю, как называется. Ну вот, я вспомнил свою молодость, где-то в их возрасте у меня скейтборд был. Я им рассказываю, как-то я тоже катался, насмотрелся роликов трюковых. И как упал раз, и головушку себе отшиб. И, возможно, с тех пор-то я и юродивым-то и стал. Так что, вот, смотрящие меня, если вы тоже увлекаетесь, если ваши дети увлекаются, вы мне это лучше купить себе шлем, вот, а то упадете, и так же, как и я, будете дурачком. Ну-ка, снимай меня. Здравствуйте, меня зовут Влада 4, Галиан Кобяков. Чуть, Ванька, ну да, не получилось. Ой,